Школьники, студенты, рабочие, ветераны нижнекамского спорта и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Здесь встретились представители крупных предприятий и физкультурники Нижнекамска. Я хочу поблагодарить всех тех, кто своим примером несет знамя здорового образа жизни и показывает своим примером, что можно и нужно добиваться все новых и новых высот, где-то через спорт, а где-то и только в спорте. В этот день отметили заслуги тренеров и руководителей спортивных организаций города, победителей городских соревнований и тех, кто вложил много труда в популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. Показательные выступления различных школ приковали внимание множества присутствующих. Не могли не отметить и вклад сельчан в развитие спорта. Поздравили, вручили дипломы и кубки. Награждается Афанасовское сельское поселение. Кто-то соревновался в тактике и стратегии, а кто-то выбрал для себя силовые состязания. Каждый пришедший нашел себе занятие по душе. Особое внимание молодежи привлекли площадки армспорта и вольной борьбы. Борьба была очень интересная, были такие очень красивые приемы, зрители наслаждались этим видом спорта. Они, видя этот вид спорта, уже захотели записаться на этот вид спорта. Нам это уже приятно. Первые занятия начнутся уже в новом учебном году. Многие, попробовав свои силы в борьбе, переходили к столу армспорта. Сейчас все-таки популярнее заниматься спортом, чем, не знаю, пить, отдыхать в клубах. Как-то сейчас все стараются вести здоровый образ жизни. А почему такой интерес к спорту? Ну, в здоровом теле здоровый дух, как говорят. В этом году впервые была организована площадка для стритбола. По соседству волейбольное поле, где соревновались производственники. Очень хорошо, что проводится на такой площадке, как Солнечные поляны. И люди смотрят, приходят, болеют. То есть в плане популяризации волейбола, ну вообще в целом спорта, это очень хорошо. Какой сегодня праздник, знаешь? Да. Какой? День физрука. Чем ты занимаешься? Куда вот мы тебя будем на тренировку? На гимнастику. А давно гимнастикой занимаешься? Тебе нравится? А ты хочешь стать гимнасткой прям великой, на Олимпиаду поехать? А так спорт молодежи самый раз, мне кажется. А то сейчас молодежь у нас бывает, спорта нет, так и молодежь беспризорничает, ходит. А так нормальный спорт, положительно отношусь. А зачем нужно заниматься? Ну, для себя, для чувствуешь себя хорошо, бодрым, здоровым. Пойдем в защиту один, ох! Наш город создает все условия для того, чтобы наши горожане, наши нижнекамцы занимались физической культурой, спортом вот на таких прекрасных спортивных площадках. И я думаю, праздник удался, то массовость, которая сегодня посетила данное мероприятие, осталась довольна.